Мне очень понравилась эта смена. Еще в автобусе было очень весело. Мы смеялись, смеялись и еще раз смеялись. Те, кто ехали со мной в автобусе, могут это подтвердить. Когда я начал вспоминать сегодня то, что произошло со мной за смену, у меня появилось такое ощущение, то, что есть разрыв между некоторыми воспоминаниями. Мне понравилось, как мы с ребятами делали игрушки из картона. Цвет сегодняшнего дня, наверное, будет белый, как всегда, с серым отливом и красными пятнами. Жизнь боль, когда ума ноль. Ты как тут появился? Мы все печатаем на шершавых сторонах. Лето наступает тогда, когда ты не знаешь, какой сегодня день недели. Смотреть на то, как снимают другие, скучно. Идея, а не придумать ли мне идею? Великий цензор, Марк Порций, картон старший. Когда я остаюсь в помещении один, я вспоминаю разные интересные факты. Некоторым ребятам они могут показаться полной бредятиной, но лично я считаю то, что с какой-то стороны они правильные. Например, Земля не круглая, раз. Не овальная, два. А по форме очень на самом деле напоминает картошку. А также я вспоминаю один интересный факт, то, что в сутках не 24 часа, а 23 часа 56 минут и 4 секунды. Смена была ок до того, как мы уехали. Очень плохо, когда Винни сломался. Приклеил на свою любимую игрушку двухсторонний скотч, чтобы другие ребята ее не украли. Для меня эта смена отличается от всех тем, то, что она летняя.